Ребята, всем привет! С вами Виконста. Продолжаем сегодня рубрику «На машине по Донецку». Покажу вам сегодня центральную часть города и прокатимся в северо-восточную часть, а именно на Буденновский район. Покажу вам центральную улицу Артема, проедемся по проспекту Ильича и выйдем уже в стороне Буденновки. Как обычно, с вас лайки, комментарии, ну а с меня хороший видеоролик, поэтому поддержите и не переключайтесь. Что, друзья, проезжаем мы Донбасс-арену. У нас это начальная точка отправления путешествия по Донецку. Как видите, стадион стоит, только футбол, там некому играть. Едем дальше по проспекту Мира. Будем сейчас пересекать улицу Челюскинцев. С правой стороны у нас будет Донецкий национальный университет. Вроде бы учетно-финансовый факультет, если мне не изменяет память. И будем выезжать уже на улицу Артема. Здесь у нас ходит единичка. Вот она вдали показана. Ну а мы едем дальше. На улицу Артема. Вот, ребята, у нас стоит памятник, чью честь назвали улицу Артема. Вот он у нас, красавец. Ну и мы держим путь дальше. С левой стороны у нас торговый центр «Белый лебедь». Он сейчас в данное время не работает. С правой стороны у нас «Царь Пушка». Сейчас мы увидим ее краешком глаза. Вот она стоит. Проезжаем мы красивые места. Летом здесь еще красивее. Особенно, если можно будет зайти со временем в парке кованых фигур. Очень много красивых статуй, сделанных донецкими кузнецами. С левой стороны у нас Sky City. Также оно не работает. Проезжаем мы Донецкий национальный технический университет. Студгородок. Будем сейчас пересекать проспект Богдана Хмельницкого. Один из самых красивых храмов по Донецку. Очень красивые сооружения здесь у нас присутствуют. Вот она наша еще одна достопримечательность. Это библиотека имени Крупской. С правой стороны у нас сейчас будет стоять Тарас Григорович Шевченко. Основоположник української писемності. Вот он вдали стоит. Ну а мы едем дальше. Передвигаемся. Не спеша, потихоньку, чтобы вы могли рассмотреть те места, которые вы давно не видели. Выезжаем мы, ребята, в сторону проспекта Ильича. Пропускаем пешеходов. Ну, как бы трафик сегодня, я бы сказал, более интенсивнее, чем в прошлых моих видеороликах. Не знаю, с чем это связано. День на день не приходится, но как бы машин, я бы сказал, довольно-таки нормально. Справа у нас будет Ленин, площадь Ленина. Ну а мы по брусчатке сейчас будем спускаться вниз. С правой стороны у нас остается Дон Мак, наш донецкий. И едем по проспекте Ильича, по вот такой вот всеми известной дороге трясучки. Так.
какие у нас цены на бензин. Ну а мы едем дальше. Медицинское учреждение. Также проезжаем мы автосалоны. На данный момент здесь осуществляется продажа машин, так и техобслуживание. Проезжаем ресторан «Бочку». Ну и здесь так мелкие торговые центры. Китайская стена у нас с левой стороны, ребята. Дом, который расположен вдоль проспекта Ильича. По правую часть у нас ночной клуб «Яйца» и дом синоптиков. Может, в молодости кто-то проводил здесь свое время. Вот так. Сейчас ночной клуб «Лица», я не знаю, работает или нет. Я давно там уже не был. Но дом синоптиков 100% работает, так как люди ходят по таким заведениям. Вот. Ну а мы едем дальше. Повернули мы, ребята, на мясокомбинате. С правой стороны у нас рынок, но он сегодня не работает, выходной день. С левой стороны у нас базы. Там продаются канцтовары, мебель, продукты, выпивка, алкоголь. Ну и некоторые товары, которые можно купить оптом, и они будут там дешевле. Вот даже есть вывески, продукты, стройматериалы. Также террикон здесь у нас небольшой есть, не сильно высокий. Ну а мы продолжаем движение. Через мотель я не поехал, так как у меня уже было это видео на канале, где я заканчивал тоже поездку Апустой Донецк. Решил немного по другой траектории съездить. Сейчас мы повернем налево. Вот база «Вкуснятина». Посуда для баров, кафе, упаковка, игрушки для детей оптом. Ну то есть все, что душа пожелает, лишь бы были деньги. Выехали мы уже на улицу Элеваторную. По этой улице были и сейчас находятся автосалоны Kia, Hyundai и Лада. До сих пор они функционируют, продают машины, так и выполняют техобслуживание авто. Вот и стела у нас Буденновского района. С правой стороны у нас Мушкетовское кладбище. Но мы едем дальше, практически в сам центр Буденновки. Доехали мы уже до вертикальной. Вот так вдоль дороги у нас идут прикольные двухэтажки, которые еще построены в Советском Союзе. С левой стороны у нас будет скорая медицинская помощь. Много машин стоит. Также здание это уже развалилось. Но мы сейчас будем выезжать вдоль трамвайных путей. Там ходит у нас десятка. Она идет от автовокзала центрального, то есть возле Золотого Ключика остановка, и люди едут на Буденновку. Сейчас мы поворачиваем налево и продолжаем дальше показывать вам
Буденовку. На окраинах немного хуже ситуация с трафиком, но все равно люди есть. По левую сторону у нас детский садик. Кафе «Неолит». Туда вглубь посадки. Ну а мы продолжаем наше путешествие в сторону площади Буденного. Сейчас там сделали небольшую реконструкцию, но я как приеду туда, я вам покажу. Ну что, вот мы и добрались до нашей конечной остановки Буденновского района. Это площадь Буденного. С левой стороны у нас сделали небольшие киоски, чтобы убрать стихийные рынки. То есть сделали более-менее цивилизованно, чтобы люди вот таких вот в ларечках продавали аккуратно свой той или иной товар. Ну, кто знает, тот вспомнит саму Буденовку. Сейчас мы поедем ближе к самой площади. Вот сделали здесь небольшую перестановку, поставили детскую площадку, остановку прилепили вот площадь Буденного. Ну, а с левой стороны у нас рынок как был, так и остался. Продают овощи, фрукты, одежду, строительные материалы. То есть все, что покупается у нас. Ну и сама площадь Буденного собственной персоной. Тоже здесь поставили остановочку. Здесь также с правой стороны сделали небольшую реконструкцию и сделали парковку, то есть для машин, которые здесь будут стоять, осуществлять покупки на рынке, ну или может здесь кто-то живет. Так что, ребята, немножко вас прокатал по Буденновскому району. Ну что, друзья, вот мы и добрались до нашей конечной остановки на площадь Буденного. Если вам понравился этот выпуск, обязательно с вас палец вверх. Любые комментарии под этим видео также приветствуются. Также я хочу узнать, нравится ли вам то, что я рассказываю по дороге. Может быть, все-таки просто показывать город и под музыку, либо делать какие-то комментарии. Обязательно внизу напиши свою реакцию по этому поводу. Ты знаешь, что делать? Делись этим видео в соцсетях. С вами был Виконста. До новых встреч. Пока-пока.